Всем привет! Сегодня разберем несколько видосиков в новом выпуске. Как-то, наверное, это назвать надо, ну, неважно. В общем, видосики из ТикТоков, разбираем собачью мимику и собачьи сигналы. Видосики взяла в основном те, которые вы мне прислали. Спасибо большое всем, кто поучаствовал. Для меня это важно, у меня там уже набралось на второй выпуск, вот я наконец-то с первым разобралась. Начнем с небольшого видео, на котором хозяева пытаются заставить собачку помыться, при этом они над ней ржут и тянут ее за лапы. Конечно, собака не ведет себя суперагрессивно, спойлер, собака не ведет себя суперагрессивно, но такие взаимодействия с собакой, когда вы не договариваетесь с ней, не используете какую-то команду, а вы просто ее волочете вопреки ее сигналам, приводит к тому, что потенциально такое сопротивление будет развиваться в агрессию. И уже в какие-то серьезные вещи, то есть сейчас она обозначает укус, потом она не будет его обозначать, она будет его делать. Вот, поэтому желательно на всякие неприятные процедуры с собакой договариваться и делать их менее неприятными. Поощрение, не скользкий пол, не такая холодная или не такая горячая вода. Вот такие всякие штуки учитывать, если мы говорим, в частности, про мытье. Watch my German Shepherd have a hissy fit over bath time. Wait until they end. That's so good. Oh my god. Really? Time to get a bath. Oh my god. Come on, we're gonna get a bath. You're so stinky. Come on. Stinky, stinky baby. Stinky baby. Come on.
Следующее видео, наверное, тоже многим покажется миленьким, но смотрите, на нем виден вяло текущий конфликт между двумя собаками. По итогам этого видео просто хочу напомнить, что у каждого терпения есть предел, и однажды он закончится. И даже если сейчас собаки самостоятельно разруливают эту ситуацию, и это выглядит вроде бы как безобидным, ну подумаешь, повздорили, ну они всегда так делают, они так играют, то однажды предел наступает, и тогда наступает момент, ну ничего не было, но они вдруг подрались. Не бывает вдруг подрались. У этого всегда есть причина. Либо нездоровье, либо, что гораздо чаще бывает, вот попустительство вот такого взаимодействия между собаками или каких-то скрытых конфликтов. Отсутствие помощи в том, чтобы разруливать эти штуки между собаками, потому что многие собаки не могут это сделать так, чтобы не оставался осадок. То есть они не разруливают конфликт окончательно, они его как бы приостанавливают. И если конфликт приостановлен, либо он не дошел до какой-то крайней степени, рано или поздно там рванет. И когда рванет, уже, ну, конечно, будет не поздно разруливать, но лучше до таких вещей не доводить. А теперь я вам предлагаю разобрать прекрасный трендик по нюханию и целованию собачек. Собачки очень довольны, конечно же, вы же понимаете, чем мы тут занимаемся. Не просмотрами милых видосиков, да? Да. Это видео должно было быть длиннее, но вы видите, как изменилось мое лицо, и обстановка, и время суток. И я хочу сказать, что прошло больше недели, пока я его монтирую, поэтому на этом мы закончим. Остальные видосики, то, что мне показалось интересным, мы разберем в следующий раз. Не теряйте, подписывайтесь, лайкайте. Короче, вот эта вся лабуда, которую блогеры всегда говорят в конце, потому что иначе не получается быть блогером. Все, всем пока.